Фольклорная программа «Бренд территории». Ряд семинаров с таким названием организован в Белгородской области по инициативе Белгородского государственного центра народного творчества. Сегодня обучение проходили специалисты культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и библиотечные работники Новоскольского района. Что такое бренд территории, здесь решили не рассказать, а показать. Поэтому большая часть семинара была посвящена разучиванию народных песен и игр новоскольских сел. Это игры для уже взрослой молодежи, игры поцелуйные. То есть тот, кто выбирает в игре, тот того целует. Для этого нам надо выучить с вами песню. Куда ни приедешь, везде у нас магниты, везде все одинаковые магазины, одинаковое устройство домов, и мы уже давно идем к унификации. А это то, что делает нас, как говорится, лица не общим выражением. Так что, в общем, я думаю, что освоение своей традиционной культуры, своей музыки, оно и делает человека, ну, во-первых, причастным к традициям своих предков, то есть воспитывает патриотизм. На базе народных традиций в селе Богородское Новоскольского района проводится праздник гуся. В этом году впервые состоится праздник «Народное гуляние на Красную горку». Есть и многое другое, что выходит за рамки фольклорных традиций, но тоже говорит об уникальности края. Например, музей Первой конной армии в селе Великомихайловка или единственный в мире фестиваль женской поэзии, который проводится в Новом Осколе.